вопрос, что такое exhibition show dance? Я могу это определить как шоу с поддержками, с растяжками, которое производит очень эффектное впечатление, наполненное красотой и эстетикой. Итак, для нас фокус сегодня — дать вам несколько трюков и наш взгляд на то, как мы понимаем, в чем есть секрет успеха. И мы покажем вам некоторые моменты, которые могут вам помочь в создании шоу. Что же такое инновация или обновление, и как мы это будем применять в нашем танцевальном стиле? У нас есть три подхода к инновациям. Когда мы вспоминаем чемпионов прошлого, на ум приходит именно индивидуальный стиль каждой из пар, и вот эти уникальные поддержки как раз и делают стиль пары. Очень важно касание, это технический момент. Всегда есть некоторые позиции внутри наших лифтов, которые соединяют одну поддержку с другой. Обязательно сохраняйте свой жанр и ваши технические возможности. Очень важно, чтобы не было никаких сомнений. Вы должны доверять своей вариации. Сейчас мы продемонстрируем вам поддержку сидя. Смотрите, я нахожусь наверху в поддержке сидя. Как только моя голова опускается, это создает движение вперед, и партнеру очень трудно держать меня. Мой вес должен быть центрован. Тогда поддержка очень стабилизирована. Партнерша за счет своей руки должна держать свой вес. Сейчас позиция называется «ребенок». Партнер даже может отпустить руки, и я буду все еще на этом же месте. Смотрите, я больше не поднимаю, я выжимаю себя в коленях и добавляю вращение. И сразу у меня нет тяжести, мне значительно легче. But I'm never.